Могила Мирошниченко находится на одном из новых участков Троекуровского кладбища. Рядом с местом последнего упокоения актрисы могилы ее коллеги по МХТ имени Чехова Сергея Колесникова, он скончался в конце апреля 2023-го, артисток Светланы Брагарник и Нины Дробышевой. 81-летняя Ирина Мирошниченко скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Причина смерти – полиорганная недостаточность. Накануне трагедии у актрисы остановилось сердце в одной из московских больниц. Чтобы поддерживать жизнь Ирины Петровны, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких ИВЛ, но это, к сожалению, не помогло. О госпитализации артистки стало известно 30 июля. Мирошниченко обратилась за медицинской помощью из-за тяжелых последствий гриппа. Актриса самостоятельно занималась лечением, что не дало положительного результата. Во время обследования у нее обнаружили новообразование в голове и эндокардит, воспаления внутренней оболочки сердца. В клинике предположили, что самочувствие Ирины Петровны ухудшилось в результате септического шока, который проявился как осложнение серьезной инфекции ткани, перестали пропускать кислород, а артериальное давление упало ниже критического уровня.